К примеру, ситуация может складываться таким образом. Вы водитель. На телефон вдруг приходит смс с короткого номера примерно такого содержания. Уважаемый, далее следует фамилия и инициалы. Госавтоинспекция города Сочи информирует вас о неуплаченных штрафах за нарушение ПДД, где общая сумма задолженности составляет 20 тысяч рублей. Для получения подробной информации о штрафах и их оплате пройдите по ссылке. Получатель такого сообщения уверен, что не мог столько всего нарушить и не заплатить. Он волнуется. Вдруг правда. На самом деле это мошенники, пытающиеся вынудить перейти по ссылке. Делать этого категорически не нужно. Мошенники создают сайты с доменными именами, практически копирующий адрес ресурса, которым многие доверяют. Возможно, при переходе вы увидите полную копию официального сайта, но вводить никакие данные сюда нельзя. Они мгновенно попадут в руки злоумышленников. Эксперты рекомендуют проверять правильность адреса официальных ресурсов.